Доброе утро, друзья! Доброе утро, дорогие зрители! Продолжаем наш утренний эфир на канале «Россия-1». До Нового года осталось всего несколько дней, поэтому мы, конечно же, поговорим про новогоднее настроение, а также побываем на мастер-классе по приготовлению новогоднего блюда. Но обо всем этом сразу после прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков, ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 1, минус 6, в горах до 12 градусов мороза, а днем плюс 4, плюс 9. Ночью и утром на дорогах гололедица. В Черкесске без осадков, ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 3, минус 5, а днем 7-9 градусов выше нуля, ночью и утром на дорогах гололедица. Приближаются новогодние праздники, и россияне собираются встречать 2024 год. Портал «Объясняем РФ» провел опрос, и вот что выяснилось. Согласно полученным данным, 67% опрошенных россиян планируют встречать Новый год в домашней обстановке. Еще 11% приняли решение отправиться на празднество к родственникам или друзьям. По 3% респондентов выбрали варианты на даче и в ресторане. Также 2% участников опроса намерены встретить Новый год в путешествии по российским городам. И лишь 1% собирается отправиться за границу. А вот жители Карачаева-Черкесии 80% встречают Новый год будут в домашней обстановке. И если вы до сих пор не определились, какое же главное блюдо поставить на праздничный стол, самое время посмотреть нашу рубрику «Пальчики оближешь». Ну что ж, друзья, сегодня мы с вами находимся в гостях у депутата Народного собрания, члена коммунистической партии, яркой, харизматичной, неповторимой, уникальной Муратхан Аджигиревны Михайлович. Муратхан, спасибо. Я вижу, сегодня мы будем готовить с вами утку или гусеницу? Утку. Утку. Ох, какая уточка. Хорошая, сами вырастили? Нет, к сожалению. Купили? Купили, конечно. Ну, я вижу традиционный набор у нас, да, соль, чеснок, яблоки. С яблоками будем готовить. Да. Муратхан, а почему именно вот утка, а не гусь, не индейка? Почему с яблоками? Ну, если там вот мой период жизни, как семья, вот мы как-то давно это у нас традиционно, мы когда-то держали утей. Ага. Вот. Белые, там, пекинские утки, она называется, она жирненькая такая, хорошая, значит. Ну и как-то вот так получилось само собой. Вот мы как-то увидела я этот рецепт когда-то, даже не увидела, а услышала. И как-то приготовила на Новый год. И всем понравилось. И с тех пор каждый год, на Новый год, я, конечно, делаю утку с яблоками. Я вот сейчас много всяких рецептов, какими-то заморочками. Я очень простой, у меня рецепт, проще некуда. Потому что сейчас, конечно, очень много и специй, но я убеждена, что мясо, оно должно быть мясом, пахнуть, а не специями. Специи, они должны быть в очень дозированном таком количестве, чтобы ее даже незаметно было. Вот, как говорят, послевкусие. Начинаем готовить нашу праздничную утку. Для этого вначале измельчаем чеснок. Выдавливать не рекомендуется. Вот свойство чеснока меньше теряется. Угу. Когда мы выдавливаем, все-таки, мне кажется, какое-то насилие над этим. Вы прямо как эколог. Муратхан, а скажите, а вот раньше как встречали Новый год в вашей семье? Вот тоже вот ваши бабушки из детства, вы помните, запекали утку или нет? Или это новая традиция? Нет, Олечка, не запекали, так как я нагайка. У нас у нагайцев, вообще я вам должна сказать, вот в обозримом вот прошлом Новый год начали люди как-то вот так встречать. Вот если кто-то скажет, я бы поспорила, наверное, потому что в селах обычно я была в третьем классе, когда первый раз елочка была в школе. Вот у меня была первая учительница моя, это
была, она приехала сюда по там, в этом еще в это в революционное время, где-то в 20-х годах, ну, может быть, даже 22-й, когда вот республика у нас образовалась. Наши многие были, работали, наши земляки там в центре, в Москве. А тогда были вот эти женщины, которые кончили высшие бестужевские женские курсы. И вот она была одна из тех, но я их знаю, 5 человек были на моей памяти, которые одна была в Эркинхалской школе, одна у нас была, одна в Карачаевске была, в Черкесске и в Евсеевском хуторе была женщина. Ну вот я сейчас свою помню, фамилии нет, Алла Николаевна ее звали. Она была настолько интеллигентной, вот мне как повезло в жизни, она настолько была грамотной. Вот не то, что грамота, как в этом понимании нашем, она была вот развитая такая, эрудированная. Она вот, такие вещи нам, которые нам, сельским детям, вообще и не снилось, вообще мы и не знали. Мы, ну что там, жили как жили, послевоенная я, значит. И тогда же вы начали Новый год отмечать, и вот, с помощью этой учительницы. Ну, не совсем я начала, вот в школе она первый раз образовала у нас елочку. И мы делали из фольги, где что нашли, и фольги-то дефицит было. Конфеты там делали из крашеной бумаги, там, в общем, она нас научила, и мы сделали елочку. Елка была живая, настоящая. Где она взяла, правда, я не знаю. И мы там, значит, вокруг этой елочки, вот в лесу родилась елочка, вот она, по-моему, вечная эта песня. Вот представляете, я была в 3-м классе, мы ее пели, и она сама нарядилась в медведя. И вот она, я, Мишка, медведь, она грузная была к тому времени. Ну, ей лет, наверное, тогда уже за 60 далеко было, может, 70. Ну, или мне так казалось, ну, факт. И вот, значит, она провела, это было что-то безумно новое, которое мы никогда не видели. Наши родители пришли, школа была маленькая, начальная, это Аулкубанхав был. Но вот так началось, мы тогда поняли, что, оказывается, вот Новый год, надо праздновать все. И с тех пор вы праздновали? Ну, я праздновала, семья наша потом, более поздние времена. Ну, мама готовила и традиционные наши блюда. А традиционные наши блюда это какие? Пельмени делали. Вот это было прямо сверх какой-то. Потом, значит, делали пирожки, пекли. О, пирожки. Да. Потом у мамы была подружка, она была татарка по национальности. И она вот беляши, ну мы беляши называем, они беремиши называют. Беремиши. А потом я вот потом уже до меня дошло, она делала блины и называла куйма. Ага. То есть куйма по-нашему вот наливается, да. Вот что. Шурпу варили. Шурпу. Ну это вот традиционные наши блюда, которые как бы праздничные были. А так, чтобы специально вот как бы для Нового года, ну любой праздник как бы делалось у нас. В ауле что-то резали, что-то там, какую-то живность. Мы мясо приобретали. Если вот говоришь, вот как раз в то время у нас очень много было и утей, и гусей, и индюков было. Но вы их не готовили? Мы их просто делали как либжу, вот что-то соусами делали. Индюка тоже варили там, ну, чтобы начинять, такого не было. Ну вот, наша смесь специй готова. Можно натирать нашу уточку. А я пока порежу яблоки. Для этого лучше брать кисло-сладкие. Последний штрих, это значит, это я так делаю. Ага. Я не знаю, остальные как делают. Но как-то отдельно все то этим майонезом смазывают, то, значит, медом. А я делаю чуть майонеза и чуть меда. Чуть майонеза и чуть меда? Да. И мы с медом, майонезом обмазываем вот эту утку. Ну, когда уже начиним ее, и вот это последний штрих будет. Uh-huh. Потому что она дает, мед дает такую, знаете, корочку хорошую, а майонез как бы размягчает, я так думаю. Вот. Вообще, вы знаете, вот в утке яблоки самые любимые у меня. Вот можно мясо не есть, вот как яблоки. Но яблоки я подсаливаю сахаром. Подсаливаю сахаром? Ну, вот, а, да. Да. Как-то аналогично звучит. Да, да. Ну, как говорим, мы всегда рассыпчато так вот говорим, мы солим, да? Но вот в данном моменте вот у меня, значит, я с сахаром беру сахар и чуть-чуть вот сахаром вот как бы вот просыпаю, ну, я говорю, подсаливаю. Ага. Наша утка готова, можно отправлять ее в духовку. А нет,
Еще один последний штрих. Я вот такие надрезики делаю, вот, чтобы немножко она как бы прожарилась лучше, ага. Да. Ага. Потому что вот у утки грудочка, она толстенькая, ага. Много мяса там, вот, а на спине-то ее почти нету, поэтому, значит, я думаю, что вот так она будет лучше. Ну что, ставим нашу красавицу в духовку? Да. Запекаться наша новогодняя уточка будет 1.5–2 часа. Чтобы не терять времени даром, наша гостеприимная хозяюшка предложила приготовить еще одну нехитрую, но очень вкусную закуску к праздничному столу – пирожки. Дети точно будут довольны. Муратхан, это что у нас за начинка? Это у меня творог с лучком. Угу. Лучок такой зеленый лучок есть и обыкновенный лук. Да, ну немножко я его туда нарезаю, чтобы она больше вкус. Зеленый-то почти без вкуса, скорее для цвета. Но летом я его много крошу, вот зеленого лука. Тогда у нас там и перья, и есть и головка. Тогда, конечно, она более чувствительная. Ну, немножко я ее там, значит, сдобрила перчиком. И немножко, вот джинган есть такой, этот, черкесская, это обычно они когда липжу делают, туда ложат. И они халеву делают, тоже туда ложат, в сыр. Ну, я тоже чуть-чуть. Вот. Яиц нету? Есть яичко, отварные. Яйца. Отварные есть яйца. И есть еще я, вот для того, чтобы связочка была, и еще я туда это ложу, яйцо сырое взбиваю. Тесто у нас дрожжевое. Дрожжевое? Да, дрожжевое. Я обычно тесто, знаете, вот у каждого тоже свой. Это вот тесто тоже, вот сказать по одному рецепту никак нельзя. Во-первых, от муки зависит. Так. Во-вторых, ингредиенты какие положишь. Вот один ложит 2 яйца, один одно яйцо. Один ложит маргарин, один топленое масло. Или масло подсолнечное. Значит, вот это вот, оно все придает как бы свое. Конечно, и поэтому, значит, вот я по-своему делаю, конечно. И что вы сюда добавили? Дрожжи? Дрожжи, значит, сметану, магазинную сметану, не домашнюю, потому что она сильно жирная, потом она как получается песочная. И соль немножко, чуть сахар, потому что дрожжи, они, чтобы это хорошо поднялись. Ну и, значит, одно сырое яйцо сюда положила я. И столовую ложку масла подсолнечного. Ну все, прекрасное тесто, я вижу, приступаем, да? Да, приступаем. Я вам буду помогать, но основное вы. Если что-то надо, вы мне говорите. Самое интересное, что дети ждут подарки. Вот появилась ли у вас такая традиция дарить подарочки? Что вы обычно дарите? Ну, вот, например, внуки, когда маленькие были, конечно, мы, как все, бабушка и дедушка, мы, значит, говорили, что придет Дед Мороз ночью. А дети, они так ждали, вы знаете. Ну, конечно. Я помню, мой внук утром, вот, даже как мы говорили, вот полночь обычно придет Дед Мороз, и он, значит, ждал, наверное, уснул, а потом резко проснулся 3 часа и начал искать подарок. А мы как-то не успели еще под елку положить, а он, значит, везде ищет, а сам с просонок, значит, нам пришлось, конечно, найти этот подарок, что мы сказали, Дед Мороз еще не успел под елочку, он проезжал здесь. И в окошко закинул, да? Да, ну они верили, конечно, как все дети. Что там говорить, это вот в этом детство и отличается от взрослой жизни. Это мои внуки, знаете, как подросли и говорят, да детского, ой, Деда Мороза нету. Это вы, родители, подарки покупаете. Ну, родителям сказали, ну, раз Деда Мороза нету, значит, письмо не пишем Деду Морозу, и подарков не будет. Нет, как же мы напишем? То есть Деда Мороза мы нету, верим. Но мы будем писать. А скажите, вот сейчас Новый год, традиционно встречают дома, ну, стол накрыли, там, телевизор посмотрели. А как встречали Новый год уже потом, после войны, уже когда наладилась мирная жизнь? Вот встречали весело, самый запомнишься Новый год у вас какой был? Ну, скорее всего, наверное, Новый год у меня, я училась в Новочеркасске, и там у нас новогодняя елочка была. Вот в нашем учебном заведении, и мы сшили себе платье,
Вот тогда очень модно было подъюбники, мы накрахмаленные такие, и юбочки такие вот в этот в складочку или Татьяночкой, лодочка вылез, и Бабета идет на войну. Называлась прическа. Мы вот это все собирали, взбивали, вот это. И у нас вообще жить это что-то кошмар был. И мы все собрались и пошли, и все почти одинаковые. И мы, значит, явились туда, и все одинаковые. И это было в учебном заведении, в актовом зале. И первый раз это пела песню «А снег идет, а снег идет, и все кругом чего-то ждет». Вот в моей мозгу вот эти вот запечатлелись, вот эти, вот этот Новый год. Мурат Ханович Игоревна, ну вы и работали, и состояли в коммунистической партии. У вас такая насыщенная яркая жизнь была. Кстати, друзья мои, вы знаете, что даже лидер Коммунистической партии России Зюганов нашу хозяюшку очень даже знает, правильно? Да. Да. И всегда, когда Муратхан Михайлович принимает участие в каких-то пленумах, заседаниях, все ждут, когда выйдет и скажет она. Потому что уж как говорит наша хозяюшка, мне кажется, больше никто не может. Да. Такая речь всегда живая, яркая, впечатляющая, искренняя, потому что от всего сердца идет, да? Кстати, я свои выступления не пишу никогда, вот, что, конечно, многих шокирует, вот, когда начинают они, ну, наверное, это есть в этом что-то. То есть вы говорите то, что вы думаете? Да. Все, понятно. Скажите, а ваши внуки, вот они когда-нибудь видели, как выступает их родная, любимая бабушка? У меня внуки, в общем-то, в принципе, дочка работала, и бывало так, что... Вот ей на работу, детей оставить некуда. И я возила их с собой. Ну, не часто, но когда придется. И вот, значит, у меня старшие внуки, ему годика 4 было, а внучки, наверное, годика 2-3 было. Вот между ними разница 2 года там. И вот, значит, я когда говорю, Батырчик со мной поедет, а он такой гордый говорил, мы с бабулей на государство поедем. На государство. Да. А внучка плакала, я тоже хочу до государства. Вот такие были они, такие у меня были, да. Вот, как бы, это. Ну и знаете, дети тоже, как бы, они повторяют взрослых. Как, какая дома, это, если дома за деньги говорят, значит, они тоже. Если дома говорят за какие-то, наверное, так правильно. Это нормально так должно быть. Муратхан. Недавно вы отметили свой юбилей. Мы не будем говорить, сколько лет вам исполнилось. У женщины возраста нет. Кому интересно, в интернете найдет. Но, скажем так, прожили вы хорошую достаточно жизнь, длинную, долгую. И, между прочим, я бы хотела сказать, не обижайтесь, но неприлично в вашем возрасте так хорошо выглядеть. Да, да. Вот. Ну, надо же как-то там вот, ой, у меня ножки болят, мне делать нечего. А вы всегда... Сколько я вас помню, вы не меняетесь, выглядите вы прекрасно. В одной паре, всегда жизнеутверждающая, всегда оптимистична. А почему так? Что вам помогает? Поведайте нам секрет, я тоже так хочу. Да никакого секрета нету, Олечка. Я должна сказать, может, мне Бог наделил таким качеством. Вот я вообще уверена даже могу сказать. Вот люди больше от того, что... Вот посмотрите, все зависит от мимики человека, правильно? Человек от животного чем отличается? Мимикой, что он может улыбаться, да. Может смеяться, может моргать там или что-то делать. А у нас, значит, вот есть категория людей, которые вот зациклились на каких-то своих болячках или что-то, и они всегда почему-то мрачны. А вот мрачность, она придает и окружающим такое. Ну, не знаю, мне вот как-то, знаете, я отношусь к той категории людей, которые, ну... Ну, есть, конечно, у меня тоже, я же это живой человек. Ну, я думаю, все-таки надо немножко, как сказать, надо немножко уважать окружающих. Не показывать им свое плохое настроение. Да. Да, не вываливать. Не надо. Потому что у каждого есть что-то такое. Какие-то такое. Свои проблемы. Конечно. Но окружающим об этом знать не обязательно. Не обязательно. Ну вот, пирожков налепили, отправляем их на сковородку в раскаленное масло. И жарим с двух сторон на небольшом огне. Вон, какие они румяные да пышные получаются. По-моему, дети точно слопают их в первую очередь. Наша уточка тоже почти готова. Добавим к ней еще один секретный ингредиент.
так как у нас уточка жирненькая, у нее очень много жира выделяется, я обычно вот к концу, там, незадолго до окончания этой жарки, беру, мою картошку прямо в этих, в кожуре, чистенько она помытая у меня, и разделяю ее на несколько чей-то, и в этот жир бросаю. И вот эта картошка запекается в жиру, и как бы тоже очень вкусное мясо. Ну хорошо, давайте попробуем. Да. Прошло полчаса, наше главное праздничное блюдо готово. А куточки и пирожки, и винегрет, и огурчики. Ну чем не Новый год? Ну что, давайте пробовать, что у нас получилось? Давайте. Мне кажется, что это будет очень вкусно. Мягкое, вкусно. В общем, я вам скажу, это не утка, это просто пальчики оближешь. Ну что ж, Муратхан, самое время поздравить наших жителей с наступающим Новым годом. Да. Вам слово. Я очень счастлива, что у меня есть возможность поздравить всех жителей нашей прекрасной республики с наступающим Новым годом. Ну что я могу пожелать вам, дорогие мои? Здоровья и мира. Остальное все приложится. Будьте здоровы и счастливы. И пусть будет на лицах наших детей и всех жителей побольше улыбок, радости и счастья. Ну что ж, друзья, наша программа подошла к концу. Время прощаться. Я поздравляю всех, дорогие мои, с наступающим Новым годом. Пусть он принесет в ваши дома тепло, мир, спокойствие и уют. Пусть весь год рядом с вами будут близкие, родные люди, верные друзья. И пусть будутся все ваши желания. С Новым годом!